Самым старым постройкам Ходьковского стационара более 100 лет. И ни для кого не секрет, что сегодня городская больница не способна обеспечить обслуживание населения на должном уровне. Из 10 существующих в настоящее время зданий функционируют только 2, в которых размещены стационарное отделение, оказывающее медицинскую помощь по профилю терапия, и подстанция скорой медицинской помощи. Строительство нового больничного комплекса в Ходьково на месте старого стационара на сегодняшний день – это уже вынужденная необходимость. Министром здравоохранения поручено своим коллегам проработать вопрос и дано поручение, чтобы проектно-изыскательские работы по строительству нового помещения больницы в Ходьково, нового стационара, нового больничного комплекса, проект уже был запущен в этом году, чтобы мы сами проектные работы были осуществлены в этом году. Почему это важно? Потому что при наличии проекта мы тогда можем смело уже рассчитывать и добиваться Министерства здравоохранения, чтобы сами строительно-монтажные работы, хотя бы первая часть, первый этап уже начался в следующем году, чтобы тогда будет у нас вся реальная возможность просить правительство Московской области заложить данные деньги в бюджет следующего года. Поэтому вот на сегодняшний день главная задача стоит, чтобы начался разрабатываться проект. В зону обслуживания Ходьковской поликлиники, стационары и станции скорой помощи входят не только само городское поселение, но и Васильевское и микрорайон Семхоз Сергиева Посада. На сегодняшний день на этих территориях проживает более 30 тысяч человек. И год от года численность населения только растет. Руководство районной больницы уже подготовило пакет документов для обоснования строительства нового больничного комплекса на месте прежнего. Вот стационар на 90 коек, поликлиника на 400 посещений, подстанция скорой помощи на 2 борта, 30 вызовов в сутки. Это весь комплекс. Цена вопроса 1 миллиард рублей. Второй документ, который мы отработали, это интегральная оценка использования бюджетных средств для реализации той или иной программы. Правильно я сказал? Ну вот так. 4 документа. 4 документа. Значит, этот документ, все они очень объемные документы, работали специалисты всех направлений, тоже представили этот документ. Сейчас мы знаем, кому это расписано министром, исполнителей, и ждем от них ответ. Под последующий шаг в течение этого года мы говорим о включении в программу развития Подмосковья до 2020 года. Понятно. Да, мы должны пробить ситуацию, хотя бы воткнуться на ПСД. Правильно, Игорь? На ПСД в этого года. Я говорю, мы должны проект сделать в этом году. В этом году. Чтобы уже на проект в работу включить в следующем году. Совершенно правильно. Проект строительства нового стационара в Ходьково находится на контроле у депутата Государственной Думы Сергея Пахомова. Этот вопрос обсуждается. Губернатор нас поддержал. И это значит, что работа сегодня постепенно начата. Пока мы сегодня работаем над документами, над поиском проекта, но мы начали шагать по этому непростому пути. Я надеюсь, что в какой-то ближайший промежуток времени мы уже что-то внятное по срокам нашим жителям. Ирина Самойлова, Михаил Жучков, День города.